Приветствую всех, кто смотрит это видео. Спасибо, что заглянули на канал «Современные родители». Здесь вы всегда найдете множество интересных и полезных видеороликов с обзорами и топовыми подборками, посвященными различной продукции для детей и их родителей. Если для вас важно выбирать для своего ребенка только качественные товары, наш канал создан именно для вас. В моем сегодняшнем видео речь пойдет о талакарах, или иначе говоря, универсальных машинках-каталках. Эти многофункциональные полуигрушечные средства передвижения имеют тщательно продуманную конструкцию, которая позволяет использовать их детям разного возраста. Малышей, которые еще не очень уверенно держатся на ножках, на талакаре может катать один из родителей, толкая машинку перед собой посредством специальной ручки, либо везя следом за собой при помощи простой веревочки. Для ребят постарше, которые уже вовсю стремятся продемонстрировать родителям свою самостоятельность, подойдет способ передвижения на талакаре посредством отталкивания ножками. Родительское участие при этом не требуется. Катание на талакаре развивает у крохи фантазию и воображение, способствует изучению окружающего мира. А в процессе самостоятельного катания малыш хорошо разовьет мышцы, ответственные за формирование навыка ходьбы и общую моторику, научится контролировать движение своего тела, а также получит первые навыки управления транспортом, что значительно поможет ему в последующем освоении велосипеда и других средств передвижения. В этом обзоре я представлю вам 8 лучших моделей детских каталок-талакаров, демонстрирующих оптимальное соотношение качества и стоимости. Я расскажу вам, чем примечательны эти машинки и в чем заключаются их особенности. А также познакомлю вас с основными характеристиками полуигрушечных транспортных средств, которые я включила в рейтинг. Ссылки на все модели, вошедшие в топ, я размещу для вас в описании под роликом, чтобы вам не пришлось тратить свое время на их поиск, если вы захотите порадовать своего малыша высококачественным и безопасным талакаром. Итак, приступаем к обзору лучших детских каталок-талакаров. Желаю вам приятного просмотра и надеюсь, что вы не забудете поставить лайк этому видео, а также подпишитесь на наш канал. Открывает рейтинг модель талакара Orion Toys Lambo. Этот миниатюрный гибрид транспортного средства и игрушки ориентирован на малышей дошкольного возраста. В процессе игры с такой машинкой кроха воспитает в себе культуру вождения, а также при содействии родителей может выучить правила дорожного движения. Рассматриваемая модель каталки характеризуется высоким качеством исполнения и надежностью сборки, что делает этот талакар максимально безопасным в использовании. Конструкция лишена острых углов и поверхностей, а также полностью защищена от переворачивания и других ДТП. При создании этой модели талакара использован экологически чистый пластик. В составе материала отсутствуют вредные вещества и токсичные примеси. Машина оснащена широкими колесами высокой проходимости в количестве 4 штук, что делает конструкцию максимально устойчивой. Колеса надежно зафиксированы на металлических осях и снабжены декоративными колпаками. Внешняя поверхность колес позволяет эксплуатировать игрушечное средство передвижения и на улице, и в комнатных условиях. Руль талакара закреплен на рулевой колонке посредством винта и гайки. В центре руля находится кнопка звукового сигнала, позволяющая предупредить прохожих и добавляющая в игру долю реализма. На следующей строчке рейтинга разместился талакар Sweet Baby Prestigio. Машинка-каталка от популярного итальянского производителя изготовлена из безвредных материалов и не имеет острых предметов, об которые малыш мог бы пораниться в процессе игры. Конструкция модели характеризуется легкостью и повышенной прочностью. Талакар оборудован многофункциональным рулем круглой формы, в центре которого размещаются яркие лампочки и несколько кнопок, при нажатии на которые устройство издает различные звуковые сигналы. Одна кнопка отведена под гудок клаксона, остальные включают музыкальные композиции. Насыщенная окраска корпуса машинки, яркие лампочки на руле и приятные мелодии – все это приводит малыша в полный восторг, делая игру с талакаром его любимым развлечением. Несомненным плюсом также является наличие вместительного багажного отделения, что позволяет крохе перевозить с собой различные предметы, игрушки и прочее. Еще одна каталка от компании Orion Toys достойное место в числе лучших. Это модель мотоцикл.
Это действительно миниатюрная копия настоящего мотобайка. Модель снабжена парой широких колес, которые позволяют кататься даже по неровному ландшафту. Более широкое заднее колесо обеспечивает Толокару максимальную устойчивость. Поверхность колес подходит для поездок и по улице, и по дому. Высокое эргономичное сиденье обеспечивает комфортную посадку. Бесприводная каталка изготовлена из экологического пластика, безвредного для детей. Рулевая колонка, руль и колеса производятся из полиэтилена методом выдувания. Прочие детали конструкции создаются путем литья из полипропилена. На корпусе мотоцикла имеется ряд рельефных элементов декоративного назначения. Накладки с обеих сторон, изображающие двигатель, имитация выхлопных труб по правому борту, спидометр, крылья над колесами и так далее. Продолжает рейтинг еще один миниатюрный мотобайк. Это каталка от производителя Полесье, модели мотоцикл MX. Напоминаю, что ссылки на это транспортное средство и другие толокары из этой топовой подборки вы найдете в описании под видео. Модель производится в красном и черном цветовых решениях по лицензии испанской компании Coloma y Pastor. По своему дизайну и конструкции эта каталка великолепно имитирует настоящий гоночный мотоцикл. Модель ориентирована на малышей детсадовского возраста, но высота посадки позволяет кататься на этом толокаре и старшим дошкольникам, и даже первоклассникам. Каталка выполнена из качественного европейского пластика, без использования вредных веществ. Надежный корпус безупречной сборки и крепкие устойчивые колеса обеспечивают безопасность во время поездки, а удобное сиденье, которым оборудован толокар, гарантирует малышу комфорт при катании. Ширина колес позволяет крохе без труда держать равновесие, а отсутствие на поверхности толокара зазубрин и неровностей исключает риск малыша пораниться в процессе игры. На следующей строчке рейтинга расположился толокар Tommy Rock 102. Каталка выполнена из глянцевого пластика и представляет собой миниатюрную копию легкового автомобиля премиум-класса со стильным дизайном в трех вариантах цветовых решений – синим, красным и двухцветным – бежево-коричневым. Толокар оборудован музыкальной панелью, позволяющей малышу сопровождать поездки на каталке различными приятными мелодиями или звуком двигателя машины. Панель работает от одной батарейки типа 2А. Элемент питания в комплект не входит. Каталка имеет устойчивую четырехколесную конструкцию. Она оборудована защитным бампером съемного типа и съемной подножкой, а также удобной родительской ручкой, позволяющей держать под контролем катание ребенка. Помимо прочего, стоит подчеркнуть, что под откидывающимся сиденьем машинки предусмотрено вместительное багажное отделение, в котором кроха сможет перевозить с собой свои игрушки и различную мелочевку. Тройку лидеров открывает толокар Chilogbo Range Rover Evoque. Визуальное оформление каталки по-настоящему шикарное. Модель является полноценной имитацией внедорожника Range Rover. Реализма в процесс игры добавляют декоративные приборная панель и рычаг переключения передач. С такой каталкой малыш сможет в полной мере почувствовать себя за рулем крутого авто. Чтобы игра с толокаром была максимально интересной, производителям предусмотрена музыкальная панель. Нажимая на кнопки, малыш сможет включать различные мелодии, а также звук работающего двигателя и гудок клаксона. Модель отличается наличием защиты от опрокидывания. Поверхность больших поворотных колес позволяет использовать каталку как в домашних, так и в уличных условиях. В модели установлено комфортное контурное сиденье. Оно откидывается. Под ним предусмотрен вместительный отсек для небольших предметов, которые малыш захочет взять с собой в дорогу. Почетное второе место рейтинга занимает толокар Happy Baby Gypsy. Каталка также оформлена в виде шикарного внедорожника и непременно понравится маленькому водителю. Транспортное средство не имеет острых углов и оснащено убирающимися страховочными бортиками. Для защиты малыша от солнца в конструкции машинки предусмотрен специальный тент на гибкой подвеске. При самостоятельном катании кроха может управлять толокаром посредством руля. В случае, если малыш устанет и захочет отдохнуть, то благодаря наличию специальной длинной ручки родители могут взять управление машинкой в свои руки и покатать кроху, пока он наберется сил.
Для режима родительского управления в машине предусмотрена не только ручка, но и специальные подножки для ножек малыша, чтобы отдыхающий маленький водитель не задевал ими поверхность дороги. Руль Телокара оснащен звуковыми и световыми эффектами. Чтобы ребенок мог их использовать, необходимо установить в соответствующий отсек две батарейки типа 2А. И на первую строчку рейтинга въезжает шикарная модель каталки River Toys Mercedes-Benz GL63. Лицензионная модель детского телокара повторяет дизайн взрослого аналога. Четыре широких каучуковых колеса демонстрируют высокую устойчивость и позволяют проехать по дорогам с самой разной поверхностью. В салоне машины установлено кожаное сиденье с цельной спинкой, что обеспечивает поддержание осанки. Специальные фиксаторы гарантируют безопасность малыша во время езды. В модели имеются встроенные звуковые и световые эффекты. Нажимая соответствующие кнопки, малыш сможет включить заводские мелодии или звук клаксона, подсветку приборной панели или передних и задних фар. Установка батареек не требуется. Телокар оснащен аккумулятором, который обеспечивает работу всех элементов авто, требующих электропитания. Помимо прочего, стоит отметить наличие медиапанели с тремя портами и поддержкой MP3. Это позволяет подключить к игрушке внешний накопитель с любимыми композициями малыша, чтобы он мог слушать их в дороге. Дорогие зрители, в завершении хочу спросить вас. Каталки с каким дизайном вы выбираете для своих малышей? Миниатюрные копии внедорожников или гоночных картов? Служебных машин или сельскохозяйственного оборудования? Мотоциклов или, может быть, что-то другое? Пишите в комментариях, какие предпочтения у вас и ваших маленьких водителей. Жду ваших ответов! Большое спасибо всем за просмотр. Напоминаю, что ссылки на все телокары из этой топовой подборки вы найдете в описании под видео. Всем, кто решил порадовать свою кроху первой или новой машинкой-каталкой, я желаю приятной покупки, а вашему маленькому водителю приятного катания. Дорогие зрители, пожалуйста, не забудьте поставить лайк этому видео. Также я буду очень рада и благодарна вам, если вы подпишетесь на канал «Современные родители». Я регулярно публикую новые интересные и полезные видео, так что скучать вам не придется. Всем спасибо за внимание. Всего доброго вам и вашим детям. Жду вас на канале «Современные родители». До новых встреч. Пока!